берем теперь саморез. Пресс-шайбы и закручиваем. Те отверстия, которые сверлили.
Берем. Так, мы полы деревянные все доделали, все пропенили. Вот, в принципе, все как бы готово. Получается, мы примерно за полдня вдвоем все сделали. И в следующем видео, если это как бы наберет как бы, ну, какое-то количество просмотров, то мы в следующем видео можем снять, как установить теплые полы Калео Платиум на деревянный пол. И управляться они будут с помощью терморегулятора Теплолюкс премиум с Wi-Fi, через iPhone, можно через телефон. Если будет интересно, то пишите в комментариях, мы можем, ну, как бы рассказать. У нас уже терморегулятор уже установлен в стену, как бы проведены все датчики, вот. И в следующем видео, если как бы, ну, будет хотя бы количество просмотров какое-то, что вы заинтересованы будете, мы как бы тогда все это заснимем, как все это будет подключаться. Все, всем счастливо, до свидания.